Ну что ж, хорошо, с этим мы справились. Теперь послушаем свое мнение. Тебе чего здесь? Ну как чего? Пришел поздравить бывшую супругу с назначением на новую должность. Людмила Петровна, поздравляю. Один совет. Когда будете пилить тендеры, выбирайте офшоры понадежнее. Я сейчас охрану вызову, будут тебе офшоры. Иннокентий Михайлович, мне похую. Пошел вон! Извините, коллеги. Я на минуту. Игорь. Да? Ну что, совсем спятил? Наоборот, поумнел. Ты пьяный? Нет, трезвый. А вы что там, даже не можете поверить, что человек в ясном уме может говно говном назвать? Почему можем? Ну вот, видишь. Кстати, насчет должности абсолютно серьезно, я искренне рад за тебя. С чего это? Ну, с того, что ты умная женщина, мил. Твоей энергии можно вон атомной подводной лодки заряжать. На своем месте будешь. Может, даже обществу пользу принесешь. А я все, ухожу. Куда? Жить. Я ж так толком-то и не начал еще. Я ему научил. Ну, нет, сам как-то допер. А ему молодец, мне такой, знаешь, пендаль волшебный дала. Прости, это я подсунула ее. Не, все ты правильно сделал. Нам бы, кстати, вот с тобой надо было бы на парную эту психотерапию походить, ну, чтобы не грызться. Может, и помогло бы. Ну ладно. Ой. Это счастье тебе. Вот. Спасибо тебе за все. Пока. Пока.